Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 161 на странице 68 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, вставьте пропущенное окончание. Пешком шагали мышки по узенькой дорожке, от деревушки пешки до деревушки ложки, а в деревушке ложки у них устали ножки. Обратно в пешке мышки отправились на кушки. Приходько, автор этих строк. Укажите падеж имен существительных с пропущенными окончаниями. По узенькой дорожке. Почему? Дорожка. Первое склонение. Дательный падеж. Окончание «е». От деревушки. Деревушка. Первое склонение. От чего? Родительный падеж. Окончание «и». До деревушки. Деревушка. Первое склонение. До чего? Родительный падеж. Окончание «и». А в деревушке? Деревушка. Первое склонение. В чем? Предложенный падеж. Окончание «е». Отправились на кошки. Кошка. Первое склонение. На чем? Предложенный падеж. Окончание «е». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под